Почти наполовину готова школа в Малаховке. Строительство учреждения на 275 мест ведется в рамках национального проекта «Современная школа». Ход работ проверил Владимир Ружицкий. Современная школа почти на 300 учащихся распахнет свои двери в сентябре 2020 года. Ну а пока на месте старого учреждения возведен каркас, в котором идут к завершению монолитные работы, возводят внутренние перегородки. Мы подаем график еженедельно мониторинг бюджетного строительства и Минстрой. По этим данным у нас уже выполнено 46-47%. В ближайшем будущем мы приступим к устройству полов по всем этажам, устройству инженерных коммуникаций выше отметки 0, это стояки, установка приборов отопления. Новая школа состоит из трех секций – для начальных классов, для средних и старших, а также административная с актовым залом и столовой. К самому зданию главы округа вопросов не возникло, остались по котельной. Очень долго мы согласовывали в свое время земельный участок для котельной. Здесь были спорные вопросы. Сегодня мы должны достаточно быстро провести некие конкурсные процедуры по строительству котельной. Работа по строительству котельной будет достаточно... В сжатые сроки есть задача именно к новому учебному году, чтобы здесь была и котельная своя. Образовательное учреждение начали строить в сентябре 2019-го. Сейчас рабочие вкладываются в график. В эксплуатацию здание планируют ввести 2 августа текущего года. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.